Сейчас узнаем, кто у нас отсеялся. Итак, четвертое место. Крайне тяжелый побег. С результатом 88,96% выбывает команда «Эпические паралы». Она лишь немного уступила команде «Два рабочих варианта», которая заработала 89,7%. Аплодисменты! Аплодисменты «Эпические паралы»! Остальные выходят. И таким образом, в следующий тур выходят три команды: «Фоцик», «Супербулки» и «Два рабочих варианта». Первыми на плат выходит команда «Два рабочих варианта». И наконец-то мне принесли карточку с названием. Это первое название, которое будет написано латиницей у нас в таблице.